С этой милой женщиной мы познакомились недавно на открытии сенсорной дорожки в парке ГЭС. Она тогда воодушевленно рассказывала, как здорово ходить по такой дорожке. Будем заезжать сюда, и у меня детей много, будем с детьми ходить, это все полезно для здоровья. И тогда я постеснялась спросить, много детей, это сколько? И вот сама судьба отвечает мне на этот вопрос. Уже пятеро. На днях Оксана Чугунова и ее новорожденный малыш отправились домой из перинатального центра. В зале выписки их встречали не только близкие, но и представители администрации района. Свидетельство о рождении малыша маме Оксане вручили тоже при выписке. А все потому, что семья Чугуновых особенная. Они всегда вместе, активно участвуют в различных конкурсах. А в мае этого года даже завоевали бронзу в областном творческом смотре многодетных семей «Семейный Олимп-2017». Из четырех детей три дочери Екатерина, Ольга и Варвара занимаются в творческих коллективах. Да и мама им под стать. Стройная, творческая, добрая. Настоящая хранительница семейного очага. Во всем своих девчонок поддерживает и мужская половина семейства – папа и сын. Им не слабо выйти на сцену с творческим номером, но еще лучше – показать свою мужскую силу, преодолевая препятствия во время семейного трек-слета, где Чугуновы стали победителями в прошлом году. Теперь их семья стала еще больше. А глядя на слезы, которые выступили на глазах у всего семейства, можно сказать, что и дружнее. Все как первый раз. Прослезился, расчувствовался. Ну, не передавая эмоции. Как назвали малыша? Романом. Мама, ты что плачешь? В садик не хочешь. В садик не хочешь. Мы вас поздравляем. Спасибо. Вот помните, мы с вами уже общались, вы говорили, что у вас много детей. Я думала, трое, а оказывается, у вас много. Это много. Какие у вас эмоции? Ой, только радость, только радости. Ну, будем надеяться, что мы не остановимся на этом. Как у вас старшие дети восприняли появление малыша? Ой, очень радостно, и вон уже нянькаются. Будут помогать старшие мамины помощники.